Беспроводные звонки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь. И их можно встретить практически в каждом доме, офисе и даже на даче. Они стали популярны благодаря тому, что не требуют специальной прокладки проводов от кнопок до самого звонка, что облегчает их монтаж. Беспроводной звонок E122 состоит из одного освещателя и двух вызывных кнопок. Он будет незаменим в тех помещениях, где присутствуют две входные двери. Причем сигнал, подаваемый звонком от каждой кнопки, разный. Поэтому вам не придется бегать от одной двери к другой, чтобы понять, где вас ждут гости. Также этот звонок будет полезен в квартирах коммунального типа, где в одной квартире живут по две семьи. Установка данного звонка не займет у вас много времени. Прикрепите кнопки к входным дверям при помощи двухстороннего скотча, а извещатель повесьте на стену, либо просто закиньте на шкаф. В связи с тем, что кнопки и извещатель работают от батареи, а их связь достигается посредством передачи сигнала по радиоканалу, это исключит возможность возникновения короткого замыкания и, как следствие, пожара в вашем доме. И в конце хочется сказать, что максимально допустимое расстояние между передатчиком и приемником не должно превышать 100 метров на открытом пространстве и от 30 до 50 метров в помещениях закрытого типа, где присутствуют различные стены и перегородки.